Вроде как я подошел к кузнецу и что-то походу сейчас ловлю с квест. У него сын пропал. Что случилось с твоим сыном? Утонул. А. Синий кит перевернул лодку. Или не пропал. Это был его первый поход в Северные воды. Мне очень жаль. Море не вернуло тело. Я не похороню его. Он не сядет на перу с предками. Жалко. Я хочу посмотреть твои товары. Да, пожалуйста. А ничего ж не такие товары, кстати говоря. Шкура драконья, да не у каждого есть на самом деле. Далеко не у каждого. Серебряный меч. Неплохой, кстати говоря. Крайне неплохой. Плюс 33 урона, но я лучше какой-нибудь потом выкую. Так, а что у нас, кстати, надо бутылку он тут поставить, точнее арбалет. Это минус один, ну и хер с ним. Ладно, пока мне ничего не надо. Прощай. А тут и броник, кстати, привет. Сидит. Хочешь взглянуть? Я так понимаю, это все... Оружие не должно собирать пыль, особенно если... Да я вижу, зериканские зефары, махакамские топоры, верледомки. Откуда у вас столько товаров с бат... Море дает. А если не дает добром, вы отрубаете руку вместе с мечом? А что, думал, волны выбросили все это на берег вместе с ракушками? Ну, ясно. Что еще вы привозите из походов? Да все самое нужное привозим. Дорогие вина, шелка, драгоценности. Ну и женщин. Должен же кто-то этим пользоваться. Ты слышал об орущей гульде по прозванию Бездна, которая бабка Лукаса безумна? А Санса и Золотоволосый? О, она в свое время была самой красивой женщиной в мире. И обе были полонянками. Будь здоров. Прощай. Так, что я там хотел-то? Ведьмачьи заказы, вот, морские дьяволы. О, кстати, ксенфурский кровопийца. Так, так. Еще куча дополнительных зданий. Ох, как мы надолго тут зависнем, а? Еще же не во всех деревнях я побывал. Можно мне открыть дверь? Пожалуйста. Ага. Это я где, интересно? О! О, так мы тут сейчас кое-что и выполним. Вот, да, нет, не пещера снов. Нет, нет, вот. Кстати, прокачка. Дополнительно этот откроется только на втором уровне. А зачем это вкачало? Я что-то понять не могу. Что-то меня особо-то и не убивают. Ну пусть оно, конечно, будет. Но может... Да нет, не это. Что-нибудь, я не знаю, что можно поставить еще. Мутагены тут у нас. Может, вот это вкачать, почему нет? Так, создает активный щит, это как Весемир там в начале игры делал. Это пока что неинтересно. Так. Ну вот это вот, в принципе, нормально.
Ух ты, наносит урон, кстати, Ирду. Очень полезная, видимо, вещь. Так, чтобы наложить знак во втором режиме, зажмите РТ. Ясно. Его даже актив, видимо, ставить не надо. А может быть и надо. Так. Не особо-то полезная штука на самом деле. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый дом. Ну-ка. Прикольно. Ну, вчера мы наделали. Так, а если... А можно так сделать? Да, можно. Ну и прекрасно. Кстати, а если... Сейчас мы сходим... Мне интересно, если его... Убрать... И сделать... Нет. Определенно нет. Отлично, отлично. Его, пожалуй, пока и будем качать. Хотя я не знаю, может все-таки вот этот адреналин. Ну пусть он будет, ладно. Что адреналин восстанавливает здоровье, конечно, полезная штука, но я что-то особо не умираю. А когда умираю, ну, скорее всего, прям конкретно и полностью. Так, сейчас тут еще заказов нахватаем. Ух, сколько дел, ё-моё. Да не хотел тушить, ладно. Видимо, вот он. Приветствую, путник. Я нашел украденный рог и убил воров. Досадно. Люди-то были не злые. Они не оставили мне выбора. Как насчет награды? Возьми. И в следующий раз убивай лучше чудовищ. Ну, ты еще что-то мне говоришь? А тут есть это быстрое перемещение именно тут. Буве, ну хватит уже. Нет, не тут. Погодите, тут его нет. Эх, ладно. Морские дьяволы, я иду к вам. Да хер тебе. Так. Ну опять наверх. Чтобы отправиться куда-то. В каждой деревне кто-то доревет. Так. Куда нам наверх? Трольда. Некоторые мутагены. Да-да-да. Жаль, они не просто иногда там красные или зеленые, чтобы создать более мощный какой-нибудь. Говорить со свидетелями нападения утопцев. Ну, допустим, ты. Ты Рюрик? Я слышал, ты был в лодке, на которую напали утопцы. Да. Вместе с Ульфом. Моим двоюродным братом. Мы собирали ловушки для крабов около скал Ярок. Ульф потянул за веревку. Тяжело ему было, я уже решил, что там полная клетка, что хороший улов. Тогда что-то рвануло веревку снизу. Всего миг. И Ульф был уже под водой. Я звал его. Раз, другой, третий. Вдруг вода стала красной от крови и разнесся ужасный запах, вроде гнилья.
Только хуже. Когда утопцы перевернули лодку. Я и сам не знаю, как доплыл до берега. Должно быть, Фрейя меня хранила. Или чудовища уже наелись. Спасибо за рассказ. Так, еще один свидетель мне нужен. Чтобы какую-то полную картину собрать. Здесь это что, плотва? Нет, не плотва. Не, точно не она. Ты Туве? Мне сказали, что твоего мужа убили утопцы. Сперва море забрало у меня сына. Теперь мужа. Осталась я одна. Вилли, наш сын, не вернулся слова. Муж каждый вечер ходил на скалы Кьерок высматривать его лодку. Я говорила, что ему этим жизни не вернешь. И сам, говорю, сгинешь. Слышал ведь, что там утопцы живут. Только не сиделось ему. Брал он свой старый плащ и шел. Когда он однажды ночью не вернулся, я позвала брата. Мы взяли факелы и отправились его искать. Мёрдьяблин... Утопцы так его изранили, что я только по этому плащу его и узнала. Я знаю, что это небольшое утешение, но обещаю, что ваша беда с утопцами скоро закончится. Будь здорова. Ну, пойдем. Посмотреть местность, где было, где видели утопцев, используя ведьмачье чутье. Давно им тут понадобился уже ведьмак, наверное. Так, почему тут две точки, кстати? Странно, вроде только на одни горы указывали. Или как они? Не горы. А вот и вот опция. Очередная жертва. Ага, я ее вижу. Ну что, ребят? Ой-ой-ой. Алло, что происходит? Где-то рядом их логово. Сейчас мы его и найдем. Сапожок, конечно, слабенький, но чувствуется. Че, он где-то здесь? Под водой, наверное, да? Ага. Вот оно. Ох, какое оно большое. Не задохнуться. Смрад. Вонь. Ил. Падаль. Опа-на. Это что такое? Что за следы? Скажите мне. Кто-то уже заплывал. Может, кто-то жив остался и захерачил их? А тут уже... Нет, следы не меняются. Те же человеческие. Ух ты ж, ёпт. О, еще утопцы. Чё-то я, походу, пожалел, что качал знак так. Ну ладно.
Ой, как хорошо, взрывающаяся эта хрень. На шее раздавленная гортань задушили. Ну и кто это может быть? Свинья? Почти нетронутые, припрятаны на потом. Утопцы так не делают. Кто это, интересно? Опа. Так, сундук. Деньги. Чё это? Кто это здесь вообще был? Не то я хотел, ладно. Обломки лодки, порванные паруса, канаты. Можно сказать, морская декорация. Этот смрад, следы на телах. Это должно быть логово водной бабы. У них тонкий нюх, она не вернется, пока я здесь. Хотя, если она терпит утопцев, может, достаточно будет сделать вытяжку из их желез, чтобы замаскировать мой запах. Ну-ка, а есть ли у нас... Могем ли мы? Эликсиры. Приманка на черта. Что надо сделать? Изготовить эликсир из феромонов утопцев и перебить все. А, ясно. Допустим. Должно хватить. Остается где-нибудь спрятаться и подождать за теми шлюпками. О, ну здесь она точно меня не найдет. Стой, дай ящик взять. Что за бронька? Тьфу. Херотень. Так. Ну, ща будем бить тебя. Там еще и топц. Ай, тварь. Ну давай поговорим. Странно, что тебя ошеломило. Ох, как я покоцал-то. Водная баба, дай трофей, а?
Сейчас будем ее отрезать бошку. Опа. Как мясник прям. А, ну что, мы там не видели уже 300 раз. Ох, уже этот тракторист. Так. Ну, нам не явно не сюда. Что за меч? Так, стальной. Урон абсолютно такой же. Да. Урон огнем. Ну. Только из-за доп золота. Но мне нравится крит урон моего оружия. Прям очень-очень. Так, по-моему, сюда мы бежали, да? Да-да-да. Я убился, было бы вообще смешно. Ох, белый свет. Ну, по-моему, замечательно справились с этой водной бабой. А тут снежок идет. И моя, кстати говоря, горит. Медальон трещит. Ну, это потому что там топца он где-то совсем недалеко. Бесит мне надо, что он на некоторые препятствия из воды не может залезть. О, кстати. Сапоги горного народа. Так, надо будет все попродавать. Блин, прикольно, когда снег начинает падать, все такое замерзшее. А когда я спускался, все зелененькое было, по-моему. Если меня не изменяет память, конечно. Тут, в принципе, недалеко. Явно не такой интересный заказ, как тот получился. Когда нам чуть нас не это не повесили. На что ты уставился? Бьорк. Работа сделана, а вот доказательства. А на что мне голова дьявола? Это что за дьявол? Водная баба, старая хитрая оса. Это она источник всех ваших бед. Я много мерзости в сетях находил. Муренами ноги, скаты. Возьми свою награду. Ты заслужил. Не будем требовать. Спасибо. Его. Прощай. Ну, можно еще было больше вытрясти, но мы таким не занимаемся. Ах, так, заказы. Лихо лесное, это все у нас в Новиграде. Павший сын. Это у нас слишком сложно. Так, вот. Родовой меч. Найти Лугаса Синего. Сердце леса. Это все нам этот ярл дал. Нитинг. Странствуя по Скеллиге, Герлиц встретил отчаявшегося человека по имени Лотар. Лотар! Наверное, в невидимость уходит. Кто-то наложил на его сына могущественное проклятие, которое за дня в день высасывало из мальчика жизнь. Ведьмак знал, что если быстро не извеять чары, парень умрет на руках у родителей. Надо это выполнить. Парня надо спасти. И мастер броник я бы очень хотел. Черная жемчужина, это понятно. Да. Парня это спасти бы надо. Подожжем. Так, где чё, куда? Ага. Быстрее перемещаемся, пока парень не отъехал. И, возможно, уже опоздали. Но тут, по-моему, квестов таких нет. Что на какой-то из квестов можно опоздать. Для друзей у нас есть сердце. Thank you.
нравится этот эмбиент. Я прям не могу. Фрейя, сменимся. Кому я дом? Лотар. Или невидимый слотар, это я уже не помню. Могу я тебя оторвать от молитв? Капец, ты как здоровый. Они все равно ничего не дают. Говорят, на тебя наложено проклятие. Ну да. Гляди. Видишь лошадиную голову на жерди, это... Нитин. Разновидность проклятия. Я уже видел такие. Они приносят несчастье, иногда даже смерть. Да. На нем вырезано имя моего первенца. Тьялбы. У него лихорадка, он слабеет день ото дня. Боюсь, прежде чем сойдет луна, мне придется его хоронить. Я сам пытался снять проклятие. Все напрасно. Я могу тебе помочь двумя способами. Во-первых, я могу уговорить того, кто поставил Нитинг, чтобы он сам снял чары. А могу отразить проклятие обратно, написав имя проклявшего на жерди. Так или иначе, надо знать, кто за этим стоит. Но я никому не навредил. Я не знаю никого, кто мог бы желать мне зла. Значит, придется поискать. Ну, сейчас мы... Ох, уж этот Геральт Холмс. Нитинг. Могущественное проклятие. На древке вырезано имя. Тьялви, сын Лотара. След свежий. Здесь стоит осмотреться. Это определенно так. Стопы. Распогодилось. Ага. Это что? Женская шаль. Характерный узор. И характерный запах. Ну вот мы сейчас и найдем. Чей это запах? Запахов. Дальше нас меня не поведет. Надо расспросить об этой шале. Например, кого? Что стало с этими парнишками с Фарер? Тебя можно спросить? Им нужно сокровища искать. Не знаю. Занята я. Только кажется мне, что мы их больше не увидим. Уве, почему ты так говоришь? Пошла я на реку постирать. Что гляжу. Не жуя, классно. Ты призрак из Мюнхена. Может, кто я его тогда ищет? Ты? Я. Ты по поводу моего сына? Ну, допустим. Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости, к востоку отсюда. Он пошел туда с какими-то бродягами с Фарер. Он в таверне с ними познакомился. Задурили ему голову разными это историями. Пропавший сын? Заказ, по-моему. Говорил я сыну. На Фарерах одни лжецы. Не водись ты с ними. Ну так ему же лучше знать. Как его узнать? То, что он не слушает отца, свойственно почти всем молодым людям. Зовут его Ольве. Веселый. Шепелявит чуть-чуть. С виду-то он неприметный. А еще, когда он уходил, была на нем желтая рубаха. Красивая. У нас в деревне ни у кого такой нет. Он ее от меня получил год назад, на день рождения. Этого, наверное, хватит. Я поищу. Но ничего не обещаю. Да, заказ пропавший сын, он там, конечно, жесткий для меня. У кого можно? Войны видели. Просить-то. У берегов Хиндерсвия. Неплохо. Может, с собой? Ни один Нордлинг не поймет островов. Это Скеллиге! Это Скеллиге! Это Спарта! Может быть. Угу. Кого спросить-то, ё-моё? Не дурная сталь. Не дурная, наверное. Для друзей у нас есть сердце. А Йона, прям с тобой. Привет. Привет.
Правница. Увидимся. Удачи тебе. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Я даже не заметил. Да-да-да. Ого. Кого можно спросить? Может быть, тебя? Наверное, спрашивать того, у кого есть имя. Так, ну, по идее, сейчас по домам походим, все дела. А? Выходит, про ледяного великана говорили? Может быть, да. Так, ну, мне кажется, вот сюда нам нужно. Да нет, тут спрашивать-то не... А, ну это, наверное, дом этой травницы. Снова какой-то хворый к друидам прибыл. Ёпарас, это кого спрашивать вообще? Так, ну явно не в этот дом. Нужна помощь? Ты так и будешь тут шататься и цепляться ко всем? Предвестника войны видели? Нагльбар, у берегов Хиндерсфьеля. Вот ведь, сука, неплохо. Что-то я как-то в замешательстве. Куда идти? Может быть, ты? Ты с лица не здоров. Да. Чего ты хочешь? Может, знаешь, кто носит такую шаль? Конечно. Йона, наша травница. Ну так и знал я. Там живет, в той хате. Да я уже вот поспрашивал. Она обрадуется, что ты ей принес пропажу. Ну да, очень обрадуется. Точно. Так обрадуется, что прям вообще. Я уже к ней проходил. Проходил, блин. Я нашел твою шаль у дома Лотера. И нитинг, который ты там поставила. Откуда ты знаешь? У меня были только подозрения, которые ты подтвердила. Ты знаешь, что Тьялви одной ногой в могиле? И хорошо. Этот ублюдок вообще не должен был родиться. Это я должна была выйти за Лотера. Я. А он бросил меня ради этой неряхи. Пусть теперь получит свое. Он и его хренова семейка. Ах ты тварь. Ты убьешь ребенка из ревности? Это правда? Тут не в ревности дело, а в гордости. 10 лет мы жили вместе. 10 лет! Я ему готовила, портки стирала, ложи с ним делила. А он бросил меня вот так, без единого слова. Вся деревня смеялась. Ну и глупая же эта Йона. И ведь сдалась. Вот уж нет. Не сдалась. И не забыла. Я хочу, чтобы ты сняла это проклятие. Я это сделаю. Но только если Лотер отречется от сына и вернется ко мне. Ты что, дура вообще? Я передам твое предложение. Но, кажется, уже знаю, каким будет ответ. Ну, какая-то дурная, а? Какая-то дурная девка. Ёпарас, это... Вот же бывают люди, да? Сына угробит ради там ревности. Ага, гордость. Ревность обычная. Сейчас мы против нее ее обратим. И как? Ты знаешь, кто поставил нитинг? Точно. Какой-то ты, блин, твердолобый такой, как лето прямо. Твоя старая знакомая, Йона. Ай, я должен был догадаться! Завистливая сука! Чужое счастье ей глаза колет! И что? Снимет она проклятие! Только если ты отречешься от семьи и вернешься к ней. Нет! Никогда! Я бы опозорил и жену, и сына! Обрек бы их на нищету! Ты должен отвести проклятие! Пусть она умрет! Надо было сохраниться. Да будет так. Может, ты и заслужил наказание, но не такое. Я сделаю это. Слава богам! Не вмешивай в это богов. Это дело только вас двоих. Слава богам. Что ты такое слышал? Ну, давайте нарисуем. Ю-е. О. Н. А. Лишь бы это была легкая смерть. Выходит, про ледяного великана правду говорили.
Ну быстрее вставай, ёпарес, это... И как? Получилось? Получилось. Твой сын скоро должен прийти в себя. А Йона умереть. Спасибо тебе. Сто раз спасибо. У меня, лучше кажется, сына, мне кажется, ничего нет на свете. Спасти. Я бы не вынес его смерти. Вот твоя награда. Поешь с нами перед дорогой. Нет, что-то мне не хочется. Да-да-да, сейчас надо сходить в деревню узнать, что с Йоной. Ну, мне кажется, она уже того. Да, травницы уже в городе нет. Дашь меч подержать? Чё, может, кто скажет, что про Йону? Да, она определенно отъехала. Так, а если я бы не стал? Вот что интересно. Вот эта контрольная точка. Это перед разговором с ней вроде бы. Надеюсь, если нет, то это печально. И сделаем так, как делали. А, хотя... Не, все правильно. Даже после того, как мы с ней поговорили, нормально все будет. Поговорим сейчас с ним. Попробуем сказать, что не буду я этого делать. Что он сделает, интересно. Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Хотя прямо перед ним, наверное, можно было загрузиться. Следи за собой, Белгород. Ладно. Аватар. Блейд. Так. Так, сейчас я скажу, что не буду ее убивать. Но если там что-нибудь, может, как обоих спасти получится. Твоя старая знакомая. А я доп. Только если. Нет. Я не сделаю этого. Йона этого не заслужила. А мой сын? Нет. Но ему не обязательно умирать. У тебя есть выбор. Хорошо. Если это спасет Ялвы, я вернусь к этой змее. А ты... видеть тебя больше не хочу. Все ясно. Та концовочка мне как-то больше нравилась. Так что... выбор очевиден. Сейчас захерачим ее и поедем дальше. По своим делам. Взрыв, просто было интересно, что будет. Я думал, может, спасти можно. Было бы его как-нибудь еще. Острова, вот коза, а? Ну, хоть это тяжелый выбор в игре. Ну, мне кажется, лучше целую семью спасти, чем какую-то там завистливую девку. Правильно? Его удалось переубедить. Давай, загружайся. Короче, давай. Поговорим и снова. Твоя старая... А я должен... Только если... Нет. Да будет так. Может, ты... Слава... Не вмешивай в это бог... Почему это, интересно, пролетел по-другому нельзя сделать? Капец. Е... О... Н... А... Лишь бы это была легкая смерть. Так, ну давай награду. Сейчас будет опять там долго вставать. И как? Получилось. Спасибо тебе. Вот твоя награда. Нет, что-то мне не хочет. Все, готово. На одного травника, к сожалению, меньше. Ну, что поделать? Так, по заказикам ничего нет. Зато по дополнительным заданиям есть. Телугаса. Ага, такие более-менее второстепенные я хочу пополнять. Вот родовой меч. Тут недалеко. На лошадке доскачем, на нашей любимой платве.
Блин, за смерть человека слишком мало он заплатил. Ну Ой. Ладно. Пусть ваша семья живет счастливо. Здравствуйте, бандюганы. Не тот меч. Ах ты, ублюдок. И башню, а, отлично. Опа-на. Чё за загрузка интересная была? Ты хоть треску от форели отличишь? Мне вот интересно, вы вообще что-нибудь заметили сейчас? Ладно. Видел белёчки? Ты чё? Она меня чуть не легонула, видали? Теперь тут мирные рыбаки сидят, что странно. Ну ладно. Всяко бандитами меньше. Вон обелиск, я уже его вижу. Здорово, ребят! Ох ты ж. Есть. Ни хрена себе ты. Мощный. Что-то как-то не такое себе. Не начинается это, конечно. Ну, допустим. Готово. Ты жирный, как тюлень зимой, и воняет у тебя из пасти, как от навозной кучи. Но котелок у тебя варит. Опечатать ключ на комке глины я бы до такого, сука, сам не додумался. Ну, короче, вот. Ага, ага. Старый козел. Самый... Выследить воров. В старом форте. Давайте выследим. Коли нам туда скакать? Ну, 1000 метров, как-никак. Это что, поди опустевшее селение? Ну-ка, надо к нему спуститься. Так вот оно. Теперь помедленнее. Нет? Ой. Что-то я совсем не в ту сторону. Вон оно. А, там, наверное, бандиты, да? Да. А, нет, не бандиты. Монстрики. Ну, иди сюда. Так, это печально, так. Тебя нормально выжигает. Впал в ярость.
теперь селяне заселяются. Тут, может, какой кузнец появится. Вон детишки. Да, наверху кузнец. Вроде. Или, там просто чинят, наверное, деревню. И торговец какой-то появился. Что-то долго их нет. Может, песни будут и тебе слагать. Спасибо тебе, Вера. Без проблем, ребят. Честное слово. От души. Так, можно было меч затушить, говорю. Заточить, но уже проскакали мы его. Так что, я так полагаю, вон там вдалеке виднеется, это как раз старый форт заброшенный. Башня, видать, его. О, бродячий торговец вроде бы, хотя он не обозначается как бродячий торговец. Вот это не он случайно? Нет, не он. Ох, тут... Тут, в принципе, куча заброшенных мест. Медведь. Интересно. Охереть. Кто медведя завалил? Мне даже интересно. Плюс 23 серебряный меч. Неплохо. 14% урон при крит ударе. Шанс критического удара. Матиканс кровотечения. Конечность отрубить. У нашего вот... Бонуса мне больше нравится у нашего. Так что пока походим с нашим. Так, а мы продолжаем свой путь к старому форту. Мы явно не заберемся. Но пошла. Так что лучше, я думаю. Ты что, мне обратно показываешь? Да ты прикалываешься. Я ж только оттуда прискакал. А, ясно. Задание сбилось, как обычно. Че это я такой? Все правильно. Пошла. Медведя мужик завалил, видали? Вот это нормально, вот это... Там что-то горит. Интересно, что? То точечки туда показывают, то сюда. Это чего, осадная башня? Да. А чего осаждали, мне интересно. Да-да-да, это башня. Мы на одной такой были во второй части. Вперед, плотва! Ну, допустим. Ой-ой, что такое? Не надо таких ложков. Ложков, блин. Тоже придумал слово. А вот и форт. Ну, здрасте, ребята. Теперь это больше не ваш форт. Сейчас мы тебя попросим.
Отлично, слушайте. Да как так-то, ну? Ясно, такое не вводится. Это что такое вообще? Тебя вообще не трогает никак, да? Какой ты конченый. Возле логовой чудовищ живете? Здесь гнездятся гарпии. Ну надо бы их это того прижучить. Оно там еще не взорвалось. Бам. Я уже столько гнезд некоторые уничтожил, даже не знал, что у них что-то лежит. Сейчас я еще куда-нибудь поскочу. Логу смог послать на карт тролль до конца с вестью о краже. Япона, мать. Кладбище китов. С радостью бы, но это слишком долго на запись, так что я такого делать не собираюсь. Поэтому мы... Вот тут деревня есть какая-то. Да, мы вот сюда, но мы сейчас еще в деревушку заскачем. Возьмем заданий за доски объявлений. Кузнец. Неплохо, неплохо. Ой, чувак. Слишком медленно прорисовывается. Чё всем это так надо прям? И болит. Страшно болит. Будто меня что-то изнутри разрывает. Дракон. Что интересно, значит? Драконов мы не убиваем. А вот отсюда, кстати, и отправимся. Куда там нам нужно-то? Ого. А чё-то как-то особо-то и нет тут у меня быстрых перемещений. Значит, так поскочим. Ладно, тогда увидимся уже возле того места. Ну, как обычно, я скакал, и вот. Какой-то крестьянин. Бери его, сыночки. Господи боже. Сыночки. Ты еще сын... сынов сюда при, да, приволок. Сына меньше. Ой-ой. Раньше хоть пацанов привлекали, теперь вот так, да? Уже, блин, бандюганы долбаные. Ладно, поскакал я дальше. Так, вот мы здесь, и что-то я услышал, какие-то очень тяжелые шаги. Опа-на. Сокровище под охраной. Этот парень явно не горит желанием гореть. Ёптвою мать.
это ему очень мало наносит. Ковыряем его. Печаль. Больно. Ух, какая боль. Ты вышел. Я заберу твое сокровище, ублюдок. Ну как че по луку? Ну как обычно, ноль. Ну один. Короче, я сейчас спрерусь, долго я его мутузить буду. Чё-то как не очень у меня получилось его заколупать. Так что... поедем дальше. Ну его к черту. Хотя можно там сокровища прям по центру, можно их схватить и убежать. Сейчас попробуем это сделать. Если не получится, то и хер с ним. Кстати, вот тайники с ведьмачьим снаряжением надо покупать. Так, 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 так. Ну что, паскуда? Так, стой, засунь меч. Можно мне взять это, а? Ну возьми ты, ёп... Ладно. Я улепётываю. Мы к тебе еще вернемся. Обязательно вернемся. Поскакали дальше. Как раз недалеко осталось. Здравствуйте, белые волки. Мы с вами вообще друзья должны быть. Я же тоже белый волк. Ох, несуся. Несуся с горы. Здорово, пацаны. Нихрена вы сильны. Влачи их, лошадь. Ребят, у тебя есть? Короче. А, подождите, у них тут может быть какой-то клад? Ёп. Кит. С выпущенными кишками.
что никакого клада. Ну, допустим, куда там к нему надо-то, я уже и не помню совсем. Не на Каэртрольде. Да, именно в Каэртрольде. Странно, что это задание где-то пропустил. Полетели. Очень долго скакать, сам бы с удовольствием поскакал. Ну так, слишком много записывать. Слишком много. На обычные переезды. Ох, ёпт, как он далеко-то. Точнее, как он высоко. А я ж прям туда мог телепортироваться, да? По идее, да. Так, там же есть быстрое перемещение наверху. А, вот оно. А, он тут, видимо, не сильно высоко. Да, он вон там. Ну ладно. Да, я еще хотел перемещаться, оттуда даже дольше получится бежать. Ох, уже эта музыка. Прям вообще кайф. В чем дело? Я отыскал вашу пропажу. Кулию? Да будет благословенно Фрея, где ты его нашел? На севере острова, у кладбища китов. Не спрашивай, откуда он там взялся, это долгая история. Во всяком случае, насчет воров не беспокойся, они уже никогда не будут красть. Ты заслужил награду. А я еще и от себя кое-что добавлю. Если бы Кулио не нашелся, мне бы пришлось смыть этот позор собственной кровью. Угу. Ну, если мы тебя, по сути, спасли, правильно? Правильно. Так, я, пожалуй, продолжу уже в следующей серии. Посмотрим там по заказам, по дополнительным заданиям. И продолжим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.